Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Лилия Хайрулина. И вначале коротко об основных темах выпуска. Фото на память и напутственные слова. Люберецкий военный комиссариат отправил на службу вооруженные силы страны около 150 будущих солдат. «Дядя Степа – милиционер». Выставка с таким названием открылась в здании Центра специального назначения в области безопасности дорожного движения МВД России. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы. В Люберецком Свято-Троицком храме состоялся торжественный праздник в честь Модэнской Касимской иконы Божьей Матери. Теперь обо всем этом более подробно. Продолжается работа по обеспечению жильем обманутых дольщиков. В администрации в очередной раз состоялось совместное заседание всех заинтересованных в этом вопросе сторон. Все подробности в нашем следующем сюжете. Заседание межведомственной комиссии, которое было посвящено решению проблем пострадавшихся инвесторов городского поселения Октябрьский, началось эмоционально. Заместитель руководителя комитета Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Игорь Каханый прокомментировал ситуацию, сложившуюся со строительством одного из самых сложных объектов комплекса «Лесная опушка». К сожалению, тут все во власти суда, да, и все во власти Егошина Сергея Вениановича, который выставляет это все на торги. И пока это не прекратится, беда, да, или пока у Светоград Инвест не появится собственник, нам не с кем говорить. Конструктивного общения с инвесторами этого проекта на встрече не получилось. Обвинив администрацию в бездействии и затягивании процесса, дольщики лесной опушки покинули совещание, пообещав в ближайшее время организовать в поселке митинг. Руководство общества с ограниченной ответственностью «Риндайл» со своими дольщиками было более конструктивным, но и на этом объекте намеченные планы оказались невыполнены. Сроки ввода в эксплуатацию домов в микрорайоне Западный тоже передвинуты. Оборудование, которое мы заказали, оно идет из Германии. И мы уже ездили на Тульский завод, который этим вопросом занимался, и просили их сроки эти сократить. Но минимальное, что они нам могут пообещать, это середина июля, когда все необходимое оборудование будет у нас стоять. Трансформаторы стоят, подстанции собраны, там, ну, осталось мелочи. Стоит напомнить, что обманутые вкладчики в Люберецком районе остались только в Октябрьском. Администрация этого поселения никак не найдет общий язык с застройщиками. Заседания межведомственной комиссии проходят еженедельно, но по разным объективным причинам и субъективным обстоятельствам принципиальных результатов добиться пока не удалось. Дмитрий Хохуля, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В конце прошлой недели в городе Луховицы прошел 11-й Московский областной фестиваль «Цветы Подмосковья-2013». В местном парке профессионалы-флористы и специалисты по городскому цветочному оформлению из различных муниципальных образований нашего региона показали, как нужно правильно и красиво оформлять и благоустраивать территорию. Свои цветочные композиции на фестивале представили специализированные предприятия по благоустройству практически из всех районов Подмосковья. Как отметили организаторы этого праздника, число участников с каждым годом увеличивается, что говорит не только о популярности мероприятия, но и о стремлении руководителей муниципальных образований с помощью дизайнеров сделать облик своих городов и поселков красочным, приятным глазу и привлекательным для гостей. Это объединение людей труда, объединение тех людей, которые видят в цветах доброе и хорошее настроение. Мы в этом году по решению Министерства строительного комплекса и ЖКХ намерены особое внимание обратить к тем, кто поддерживает инициативу цветоводства, кто развивает эту технологию. Достопримечательности Подмосковья. Так в этом году звучала тема фестиваля, в соответствии с которой участники в своих клумбах и ландшафтных композициях должны были отразить особенности своего региона. И это им удалось. Проходя вдоль красочной экспозиции, посетители парка могли увидеть и узнать, чем же гордятся жители того или иного города или района. Люберцы на конкурсе представляла компания «Агролайн». Общеизвестно, что Люберцы – это центр вертолетостроения, вот, поэтому мы решили использовать этот символ в своей клумбе. Дизайнер люберецкой композиции, используя самые простые цветы, который мы часто можем видеть на наших улицах, сформировала знаменитый вертолет К-50 «Черную акулу», несущий флаг, символ нашего города. Интересное дизайнерское решение предложили на суд жюри и зрителей благоустроители из подмосковных озер. Свою композицию они назвали «Речка в лесу», что полностью отражает главные достопримечательности края. Множество лесов, чистейших рек и озер, где с удовольствием отдыхают москвичи и местные жители. Второй раз уже проходит такой конкурс, и мы, конечно,
очень счастливы, что опять это к нам попало. И, если честно, мы уже 3 дня назад начали подсматривать, что здесь делают. И каждым днем делалось все шикарнее, шикарнее. Мы в восторге. Спасибо огромное всем организаторам. Мы счастливы. Честно сказать, я таких клумб никогда не видел. То есть для меня это что-то новое. То есть я думал, что так вот такие клумбы сделать нельзя. А вот жители, вот не знаю, про тот Луховицкий наши, то есть, конечно, тоже принимали участие, делали эти клумбы. То есть не очень, если честно, очень понравилось. Очень красивые клумбы. Посетил фестиваль «Цветы Подмосковья» и временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев, который в этот день совершал рабочую поездку по региону. Он с интересом осмотрел все композиции и пообщался с их создателями. Перед жюри стояла трудная задача – выбрать победителей. В итоге места все же были распределены. Композиция люберецкой фирмы была признана второй в номинации «Цветник». Хотя, конечно, победа была бы приятнее, но главное – это как в нашем городе относятся к озеленению и декоративному дизайну. Хотелось бы, чтобы и другие муниципальные образования брали пример именно с города Люберца. Потому что все, кто не приезжают к нам в город, все в восторге, удивляются, какие же у нас красивые цветы в городе и какое у нас красивое цветочное оформление города. Фестиваль завершился, но осталась в городском парке красота, замечательные рукотворные цветочные картины, которые до самой осени будут радовать жителей Луховиц. Ольга Щевелева, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Они готовы к службе. В городе прошла очередная отправка призывников в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Будущих солдат военно-морского флота, ракетных и сухопутных войск провожали всем городом. Все подробности далее. Последние проведенные минуты с родными, друзьями и фото на память. Будущих солдат пришли провожать семьями. Свой священный долг в этот день изъявили желание выполнить 150 призывников. Многие из них получили высшее и среднее специальное образование и убывают на военную службу добровольно. Сегодня отправляется более 100 человек, в основном граждане, которые получили высшее либо среднее профессиональное образование, и на сегодняшний день убывают на военную службу. Отправки будут производиться в учебные части Западного военного округа. Константин и Павел – друзья с детства. Вопрос о том, идти служить вооруженной силы или нет, ни у кого из них даже не возник. Молодые люди, несмотря на волнение, уверенно сделали свой выбор. Оба – выпускники высшего учебного заведения. Лишь на 1 год дороги ребят разойдутся. По предварительному распределению Константин отправится в железнодорожные войска, а Павел – в ракетные. Пошел по собственному желанию в армию, буду защищать родину. 1 год все могут спать спокойно, потому что я буду на страже. Очень спокойно чувствую себя, уверен. То есть иду в армию осознанно, после закончил, получил высшее образование, диплом, вот только неделю назад, и все, я решил уйти. Несмотря на то, что служить в армии теперь нужно всего лишь 12 месяцев, этот факт не отменял слезы и переживания родных, которые пришли проводить своих сыновей и внуков. Ничего, тревога да волнение. Все, трясется. Но сейчас же 1 год всего лишь служит в армии. Да я знаю, да я приехал с Липецкой области. Вчера на автобусе. Уже совсем скоро военные части не только Московской области, но и Псковской, Ивановской и Рязанской пополнят и люберецкие ребята. Кто-то будет служить в воздушно-десантных войсках, кто-то в сухопутных, а кто-то познает все тонкости военно-морского дела и МЧС. Лилия Хайрулина, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Сейчас прервемся и продолжим наш выпуск сразу после короткой рекламы на ЛРТ. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое телевидение. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое телевидение. Вы смотрите новости Люберецкого районного телевидения, и мы продолжаем эфир. Профессиональный праздник отметили сотрудники ГИБДД. Основной задачей данной структуры является контроль за качеством подготовки водителей и проверка технического состояния автомобилей. Торжественное мероприятие, приуроченное к 77-летию образования службы, состоялось в Люберецком отделе госавтоинспекции. Все подробности далее.
Парадная форма и отличное настроение. По традиции в день образования службы присваиваются звания и вручаются заслуженные награды. Торжественную церемонию провел начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкая Евгений Романцев. Самое главное, что хочется, пожелать всем вам здоровья, не только вам, вашим семьям, детям, женам, родителям, удачи, ну и, конечно, совместной работы, и побольше все-таки улыбаться, и чтобы Илья Викторович вам давал выходные. Еще раз праздник. Поздравить полицейских с праздником приехали и представители администрации муниципальных образований Люберецкого района. Все они отметили грамотную работу сотрудников отдела ГИБДД. Вы остаетесь на своих постах, вы выполняете очень сложные задачи, практически находитесь в тени, но в то же время руководите всем движением, которое сейчас существует у нас в Российской Федерации, у нас в районе. Отличившиеся сотрудники были отмечены ценными подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами главы Люберецкого района. Несмотря на праздничную дату, мероприятие было коротким, ведь госавтоинспекторы несут службу на дорогах ежедневно. Праздник у нас будет несколько позже. Сегодня у нас трудовые будни, поэтому сейчас, через 5 минут, краткий инструктаж и приступление к работе. Редакция Люберецкого районного телевидения также поздравляет сотрудников Государственной инспекции дорожного движения с праздником. Дмитрий Хохуля, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Дядя Степа – милиционер. Выставка с таким названием открылась в здании Центра специального назначения в области безопасности дорожного движения МВД России. Это мероприятие объединило в себе поэзию и изобразительное искусство. Тему продолжит Кристина Манасарян. На выставке представлено более 300 детских рисунков из России, Украины, Армении и Казахстана. Эти работы участвовали в международном конкурсе «Я карандаш с бумагой взял», проведение которого было приурочено к столетнему юбилею Сергея Михалкова. Председателем жюри выступил автор «Олимпийского мишки», народный художник России Виктор Чижиков. Мы, вот все, кто работали в жюри, мы смотрели на выразительность рисунка. Иногда есть 6-летний парень, но ему есть что сказать. А есть 16-летний, которому сказать нечего. На конкурс было прислано более 15 тысяч рисунков, изображающих персонажей из произведений Сергея Владимировича. Но чаще всего встречался всеми любимый дядя Степа. Именно ему решили посвятить выставку, приуроченную к 77-летию со дня образования госавтоинспекции. Потому что дядя Степа – это символ доброго, порядочного, хорошего полицейского. Такого же мнения придерживается и начальник ГИБДД России Виктор Нилов, который пришел на открытие выставки поздравить своих коллег и еще раз напомнить ребятам о правилах дорожного движения. И мне, как представителям службы государственной инспекции, безусловно, сегодня очень приятно, чтобы вы в дальнейшем стали добросовестными, хорошими, послушными участниками движения. На мероприятии также вручили памятные призы сотрудникам ГАИ, а ребятам еще раз напомнили о произведениях Сергея Михалкова. Юные инспекторы дорожного движения прочитали гостям праздника стихи о дяде Степе, самом лучшем милиционере. Кристина Манасарян, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. И к другим темам. В Люберецком Свято-Троицком храме состоялся торжественный праздник в честь Моденской Кассинской иконы Божьей Матери. Эта икона молится об исцелении болезней ног и рук, об избавлении от бесплодия, головных болей и многого другого. Порядка 100 человек прошли крестным ходом по улицам города. К прихожанам присоединилась и наша съемочная группа. Всего лишь раз в году в Троицкой церкви нашего города происходит местное почитание Богородицы ради ее чтимой иконы. Ранним утром прихожане приходят в храм, чтобы принять участие в божественной литургии и причаститься тела и крови Христовых. Моденская Кассинская икона Божией Матери является списком древней чудотворной иконы и находится в Люберцах уже почти 100 лет, с начала 20 века. Вам, наверное, интересно узнать, почему икона Божией Матери имеет двойное название «Моденская Кассинская», а история такова. Моденская икона была привезена в Россию в 1717 году из итальянского города Модены, отсюда ее название, графом Борисом Петровичем Шереметьевым, ближайшим сподвижником Петра I. Икона была подарена Петру, горячему поклоннику всего европейского, а тот, в свою очередь, пожертвовал Моденскую икону Божьей Матери церкви села Косино в память о том, что здесь, на Белом озере, он когда-то постигал морскую науку на карбасах и лодках перед тем, как перенести свою флотилию на Плещеево озеро под Переславль.
В годы гонений на веру Моденская икона Богородицы была изъята из Успенского храма села Косино после его закрытия в 1939 году. А впоследствии была обнаружена в музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева в Санкт-Петербурге. И только после обращения святейшего патриарха Алексея II в Министерство культуры Российской Федерации святой образ в 1991 году был возвращен приходу храма Успения Богородицы в Косине. Все то время, когда в Косине службы не совершались, храмы находились в поругании, приход был закрыт, молитвы Богородицы возносились у нас, в нашем Свято-Троицком храме. Очень многие местные жители, как жители района Косино, так и жители города Люберцы, прибегали к покровительству и заступничеству Богородицы. После соборного служения Божественной Литургии духовенство и верующие с праздничными песнопениями, прославляющими Богородицу, прошли крестным ходом по улицам Урицкого, Попова, Шевлякова и 8 марта. Икона, которую несли во главе процессии, также была списана с оригинала, как раз для совершения крестных ходов. Затем на Наташинских прудах был отслужен молебен в честь Пресвятой Девы, а все, кто принял участие в крестном ходе, были окроплены благодатной святой водой. Моденская Косинская икона Божией Матери прославилась многими чудотворениями, которые, начиная с 1808 года, были записаны приходским духовенством и сохранились до сих пор. Верующие и поныне приходят в храм, чтобы помолиться у святой Моденской Косинской иконы Богородицы об исцелении от различных болезней, от женского бесплодия, избавлении от жизненных неурядиц. И Пресвятая Дева не оставляет страждущих ее заступничества. Ольга Щевелева, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него на нашем канале смотрите программу «Ровесники». Далее эфир ЛРТ продолжит еженедельная программа «Среда». Ну а новости из жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефонам редакции 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. А также оставляйте их на нашем сайте www.lrt.tv, где вы также можете посмотреть выпуски всех наших программ. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго. И до встречи в эфире.